Вы с мясом, нет? Нет. А что, кто-то с мясом? Да мне надо вот этих львов угостить. Тех я уже угостила, а они не подходят, потому что если начну их угощать, те подлетят. Думаю, может, вы с мясом тогда тех угостите. Ладно, сейчас попробую их увезти. Алекс, вечер. Алекс, пойдем. Пошли. Добрый вечер. Алекс, пойдем. Алекс, пошли, пошли, пошли. Иди сюда, скорей. Иди сюда, Алекс. Скорей, иди сюда. Скорей, Алекс. Марсель, я тебя не звала. Марсель, я не тебя не звала. Марсель, иди к себе. Марсель. Марсель, я тебя не звала. Нет. Да, мой хороший, да, мой хороший. И султан идет сюда, да. А как вы их кормите? Ой, Симона идет. Ну, короче, не знаю. Простите. А если сунуть пальцы, не кусит? Откусит, да. Тогда я пойду Адель угощу. Так, у меня осталось для малышей. Не дам я вам ничего. Не дам я вам ничего. Малышек. Не малышек, это львица. Адель красиво как лежит. Моя хорошая девочка. Малыши не подходят. Симона, как мне Алекса с Зексом угостить, а, Симона? Не знаешь? Тебе отдать. Мне осталось как раз им по кусочку, да. Марсель. Так, Зев встает. Куда он идет? Не идет. Клюв. Зевс. Алекс. Тигрей, может тебе отдать? Я тебя вчера не угостила. Полезно.